Тортик, покажите, пожалуйста. А что, торт последний? Торт последний, есть бисквиты. Слушайте, я вам действительно нужен. А бисквиты покажите, пожалуйста. А что их пакать? Вон она на витрине, смотрите. Девушка, а вам именно торт нужен? Ну а зачем, я спрашиваю? Вы берете? Чего такая строгая? Сейчас? Подумаю. Послушайте, вы решайте быстрее, да? Да, нет, нет. Я так быстро не могу, я же не деловая женщина. Ладно, берите. Слушайте, а может мы его поделим? Как же мы его поделим? Это же не булка хлеба. А мы как булку хлеба его поделим? Пополам! Давайте, режьте! Не надо! Слушайте, не морочите мне голову! Ну так что, будем резать? Нет! Все, девушка, берите торт. Я серьезно. Ой! Извините, пожалуйста. Завязать нечем, веревка кончилась. Спасибо. Ну так что, бисквиты берем, не? А? Бисквиты? Да, да. А ну пошла отсюда! Он нас укусил? Нет. Напугал. А? Господи. Ну что ж за день сегодня такой? То вы, то это псина. Подождите. Это он нас ограбил. Я-то вас... Давайте я вас провожу. Нет, спасибо. Сама доберусь. Ну держите. Куда я теперь в таком виде? А вы куда собирались? На автобус. А? Слушайте, я тут живу недалеко. Пойдемте ко мне и приведем вас в порядок. Спасибо. О! Видите, она, кстати, со мной согласна. А вы знаете, тут еще и не все динозавры вымерли. Ага. Ну, хорошо, только... Что? А кто у вас дома? Никого, я живу один. Вон там. Только вы не думайте, что я позволю вам к себе приставать. Вы мне на руку обопритесь. Не могу, мне руки грязные. А, держите. Вот. Слышите? Да. Вы не вздумайте распускать руки. Ничего смешного. Вы знаете, только об этом и думаю. Скажите, что пошутили. Я пошутил. Проходите, проходите. Что? Пока прямо шли, я думала, все прошло. А, так, а ну-ка. Так, ну что вы делаете? Опа. Поставьте меня. Мужчина. Спокойно. Поставьте меня, пожалуйста. Лифт не работает. Отпустите, ну что вы делаете? Ну я прекрасно дойду сама. Девушка, если вы перестанете телепаться, мы с вами доберемся до 5-го этажа. Без проблем. Вот видите, уже второй. Стирки. Спасибо. Держите. Болит нога. А у вас тапочки есть? О, ёлки. Да, сейчас. А, сейчас.
Сейчас, сейчас. О! Ну, только такие. Пожалуйста. Что-то не так? Ну, идите. Куда? Ну, чай поставьте. А, чего-то я сегодня торможу. Чай. У вас есть утюг? А вам идет? Утюг дайте, пожалуйста. Хорошо. Сейчас. Вот, держите. Сейчас. Да вы не бойтесь, я... Ну вот, можно гладить. Давайте утюг. Там розетка. А вы пока чайник снимите. А кто это у вас? А? На балконе. А, это голубь. Вы не пугайтесь, на меня зима живет. Меня Коля зовут. Вера. Вера, предлагаю тост. За псину, за ту собаку. Чем-то она заслужила, тем, что торт у меня отняла. Ну, кто старое поменит? Если б не она, мы бы сейчас не сидели бы на этой кухне и не пили бы чай. Стандартная 6. Стандартная 6, девушка. Общежитие. Да, спасибо. Ну вот, карета подана, графиня. Ждал, ждал. Где ты была? Где надо, там и была, у любовника. Я серьезно? Я серьезно. Я к тебе со всей душой, а ты смеешься. Я не смеюсь. Говорю тебе, была у любовника. Нет у тебя никакого любовника, кроме меня. Ну какой же ты мне любовник, если ты мне даже... В любви ни разу не признался. Ну так я пришел. Ну? Что? Ну? Ну говори. Как ты меня любишь? Слушай, Вов, а ты мог бы меня на руках на пятый этаж донести? А зачем? Не знаю, ну я подвернула ногу. Или нет, я без сознания, у меня жар, я умираю. А ты меня хочешь спасти. А зачем на пятый? Твоя ж комната на втором. Дурак ты, Вова. При чем тут комната? В общем, это... Выходи за меня. Ну зачем? Мне муж пьяница. А я не буду. Где мы будем жить? Так ты... Ты согласна? Детишки у нас будут. Двое. Мальчик. Девочка. Не будет у нас никаких детишек. Ой, да что ты? Будут. Вова, иди проспись. Ты завтра уснешь за рулем. А мне завтра
выходной. Мне заниматься надо. Вот и будем заниматься. Вместе. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Вера! Вер! Привет. Как твое колено? Ой, вот. Устала? Может, прогуляемся? Сейчас дождь начнется. Ага. А пойдем к нам? К вам? Это куда? Ну, ко мне, просто я не одна живу, девчонки дома. И сколько их? Двое. Лаура и Светка. Как ты сказала? Лаура? Это что, прозвище? Почему прозвище? Имя. И что, и Петрарка тоже есть? Какая Петрарка? Никакая какой. Петрарка поэт. У него была возлюбленная Лаура. Ну, в общем, это было давно. А я не знала. Не беда. Слушай, значит, мне надо будет с ними со всеми познакомиться? С твоими сокамерницами? Ну, не мокнуть же. Я бы предпочел тебе одну. Слушай, а магазин здесь далеко? Ой, ой, я могу. Ой, держите, мои пока сейчас отвалятся. Ну и что дальше было? Расскажите. Интересно же. Ну, я расскажу, если Вера разрешит. Ой, какой галантный джентльмен. Привет. Здрасте. Ну, а дальше бисквиты кончились. Собака убежала. Что-нибудь. Какой курс? Третий. Вечерняя? Да. Специализация? Технология хлебопекарного производства. Угу. Фамилия? Рощина. Рощина. У вас есть что-нибудь про Петрарку? Франческо Петрарку? Петрарку и Лаура? Да. Как интересно. Что интересно? Ну, просто за полгода, что я тут работаю, меня впервые интересуется чем-то, что не связано с учебой. У меня просьба. Присаживайтесь. История любви Петрарка и Лаура? Спасибо. Билетики предъявляем? Сейчас. У меня где-то был... Да ладно, врать. Скажи, без билета хотел проехать. Нет, у меня проездной. Проездной? Где же он, проездной? Штраф будем оформлять, мелочка. А у меня только... О, наглая молодежь пошла, ну ты смотри, а! Так, давай, вставай, на выход пошла. Так, не надо никого на выход, подождите. Держите. А ты кто такой? Кто-кто? Пассажир, держите. Хорошо, красиво ты, да?
видела, кто тут у меня необеличенный. Белицкий, все по газам предъявляем. Кто тут вошел, я видела. Не замерзла? Замерзла. А что, домой не идешь? Поздно же. Ничего не поздно. И спокойной ночи малышей еще не было. Ну да, ты же у нас взрослая, не малыш. Я ужин приготовила. Правда? Я проглотал все. У меня завтра ночная. Тогда послезавтра. Почему? Я днем свободна. Ну, а выспаться после работы? Успею. Давай теперь я тебя провожу. Я недалеко. Недалеко? Хорошо. До остановки. Хорошо. Ты чего? Ничего. А зачем цветы трогаешь? Не ты принес, не тебе и уносить. Ничего я не уношу. Я тебя с Веруней с Колей у остановки видела. Чего уносишь? А чего вы прицепились? Просто посмотрел. Вовка, садись с нами харчевничать. Ну-ка. Ты посмотри, что цветы мне приготовила, а? Давай, давай, садись. Садись, поешь, голодный же ходишь. Садись, садись, не тушуйся. Ты чего это как чужой? Че это с ним? А это он расстроился, что цветы вовремя не подарил. Да, че тут цветок? Ты, Вовка, не горюй. А этот-то кто? Ты, Вовка, если хочешь, чтобы тебя девушки любили, не ходи ты к ним пьяный. А он не пьяный, робкий. Цветок не подарит, в кино не пригласит. Да ты ешь, ешь, не дуйся. Урок тебе на будущее. Да кто он такой-то? А тебе-то теперь какая разница? М? Что, у них все по-серьезному? Серьезнее некуда.
Привет. Привет. Как поживаешь? Спасибо, хорошо. А ты? Тоже нормально. Тут у меня так ситуация сложилась. Юлу не с кем оставить. Надолго? Дня на три. Ну, может, на четыре. Сереж, ты же знаешь, что она не хочет жить у меня. Знаю. Я к тому, может, ты поживешь дома? Чуть не сказал. У нас. Как необычно. Никогда не думала, что у нас может иметь двойной смысл. Ну, да, странно. Люся, после 17-го. Хотел спросить, кого ты отправляешь к мэру? Виолетта? В политическом секторе у нас Жанна. Да, но разговор пойдет не о политике. Вопросы культуры, финансирования, спонсора, ну и так далее. Да-да, ты прав. Я подумаю. А Влад, постой. Подожди. Сереж, присядь, пожалуйста. А тут у меня такое дело. Точнее, у нас. Возможно, мне придется на пару дней вернуться. Дело в том, что Сережа уезжает в командировку, Юльку не с кем оставить. Ну, а от меня-то что нужно? Ничего. Просто ставлю тебя в известность, чтобы потом не возникло недоразумения. Спасибо за заботу. Кажется, ему это не понравилось. Ничего, он поймет. Искренне желаю взаимопонимания. Нам ведь именно его и не хватало. Привет. Надеюсь, не помешала. Нет, не помешала. Ты как-никак на стрелку собираешься? Сестренка. Ба, моя сестра встречается с мужчиной. А кто платит за удовольствие? Скромно, со вкусом. Какая изящная вещь. Может быть, лучше эту надеть? Ладно, не сердись, сестренка. Я ж тебе добра желаю. Давно бы уже нашла себе нормального мужика-спонсора. Он бы тебе и духи дорогие дарил, и шмотки модные. О, Петрарка и Лаура. История любви. Не трогай. Простите. Кстати, о любви. Не хочешь помочь своей бедной сестренке? Я не понимаю, о чем ты. Не понимаешь? Нет. Я же говорю, бывают плоды сладкие, а бывают горькие. Нежеланные. Ты что, беременна? Наконец-то. Я беременна, хочу сделать аборт, и на это мне нужны деньги. Веронь? Что? Ты что, поверила, что ли? Я пошутила. Мне больше так не шути. Но деньги-то мне все равно нужны. Почему ты не попросишь у этих своих спонсоров? Вообще не понимаю, почему нельзя найти постоянную работу? Ну что это за какие-то случайные встречи, какие-то подачки? Не подачки, а подарки. Да какая разница, неважно, как ни называй, но твой образ жизни, это... Вот только не надо, ладно? Завелась. Я пришла не нотации выслушивать.
Мне правда нужны деньги. Конечно, ты всегда приходишь ко мне, когда тебе нужны деньги. Ну, кому, как не к тебе мне идти? Я не знаю. Была бы мама жива, я бы к ней пошла. Ты что, правда влюбилась? Нам нельзя влюбляться. От этого мы становимся добрыми. Ты что, плохо? Кто он? Так. Верун, ну расскажи, ну, ну какой? Как выглядит? Ну? Ну, высокий, низкий, маленький, толстый, лысый, скажу. Он красивый. Да. Что произошло? Смотри. Я боюсь проснуться. Глупышка. Это не сон. Это все на самом деле. Слышишь? Я всегда буду с тобой. Ты мне веришь? Хочешь, я тебя ущипну? Лучше поцелуй. Повезло. Да. Все чисто. Через 5 минут. Пересчитаешь? Зачем? О, ну да. Взаимное доверие – залог успешного бизнеса, правильно? Главное – это залог того, что бошки друг другу никто не проломит. Ну да, ну да. Бежим.
Доброе утро. Проголодалась? Ты кашу варишь? Да это я голубя. Слушай, я не храпел? Ну, действительно, что ты смеешься? Не храпел? Ну, что ты? Подержи. Сейчас. Ой, извини. Это колбаса, сыр в холодильнике. Доставай. Давай. Алло, что случилось? А что такая срочность? Что такая срочность? Ну, через 2 часа буду. Только это последний раз. Потому что у меня изменились обстоятельства. Личные. Какая разница? Я же говорю, что завязываю. Ничего, у меня диплом инженера есть. Ну, значит, научусь. Все, больше сюда не звони. Вот черти, слушай, а? Позавтракать не дают. Так. Женщина в доме. Значит так, сначала поедим, потом умоемся, как кошка. Да. Коль, а тебе с работы звонили? Да, с работы. Где ты работаешь? А я что, не говорил? В автосервисе. А что ты там делаешь? Ну, как что? Клиентов обслуживаю. Что я делаю? А именно, перегоняю машины с места на место. Коль, ну я ж серьезно. Ну я серьезно. Пуговица оторвалась. Оп. Садись. Привет. А куда ты едешь? А давай мы тебя до дома подвезем. Так это в другую сторону. А ничего, а мы развернемся. Неудобно, клиент, наверное, ждет. Ничего, подождет. Открою. Глаза закрыть? Ни в коем случае. Какая вкусная шоколадка. Степа угостил. Он за мной пытается ухаживать. Кто такой Степа? Наш пекарь. Ну все, пекарь Степа покойник. Ой, а что они делают? Выйти из машины, руки перед собой! Коля! Выйти из машины! Руки расставить! Что это? Я знал, хотелось, что вам сказано! Что руки на машину, живо! Что это значит, Коля? Да что же это? Коля! Прости. Проходи. Зрение хорошее? Вроде ничего. Ничего, ничего, ничего. Пустое место, иди сюда. На, посмотри. Ну, голень, зараза, ну. Чего там? Что там может быть? Я тебе шмот дала для дознанки. Может быть... Ты не болтай, ты давай прошмонай прикид. У меня руки не чувствуют. Да не здесь, вот здесь, вот. Дошло? Дошло, да. Вот, я, кажется, нашла. Ну? Какой-то жесткий волосок. Хомяк, вонючка. Вообще у хомяков волоски мягкие. Да ну.
Хомяк – это мой ковбой. А волос конский, из тюфика. Хомяков где-то надыбал. Прежний-то прощелкал, вот и надыбал взамен. Да, видно, падал по дешевке взял. Ну вот. Ну что, зенки-то лупишь? Да ладно, шалав, не боись. Тетя Дусь добрая. Ну? У тебя ковбой-то есть? М? Ну, дай-ка вкурюсь. Ты, я смотрю, чистенькая. На кичи-то первый раз, так? А? А сюда залетела из-за своего ковбоя? Или за его новой лохудры, а? Нет. Ладно. Не хочешь говорить? Пытать не буду. Верунчик, тебя били? Чего ты еще? Нет, ее просто носили. А ты не смейся, я понаслышана. Вот именно, понаслышана. Никто меня не бил и не насиловал. Что ж теперь делать? Ну как что, домой поедем? Домой-то домой, только куда? Слушай, а поехали к вам? Покажешь, что у тебя там за хаза такая? Хаза, ты прям как тетя Дуся говоришь. Ого, у тебя уже друзья в тюрьме. Светка, ну что ты за человек ты такой, а? Верунчик, а что теперь с Колей-то будет, а? Да ничего с ним не будет. Отсидит 3 года, а может и меньше. Потом ума наберется, выйдет, распишется. Верунчик, а вот кто уехал? Как уехал? Ну вот так, не совсем. Куда? Никому ничего не сказал. Просто собрал вещи и исчез. Пойдем, мы там сейчас все стол накроем. Посидим, как раньше, а? Девочка, зачем водку взяли? Надо было вино брать. 3 девицы под окном пили горькую тайком. Слушай, а тут гитара есть? Не знаю, кажется, нет. А зачем нам гитара? Давайте мы так споем, а? Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым мало спалось. Мне мало... Ой, ну ты что, беременная, что ли? Слушай, а ты тест сделала? Ай, Верунь, а может, правда? Ой. Ну и что? И очень даже хорошо. Коля ведь в тюрьме. Ну что ты ноешь-то? Ну, во-первых, еще суда не было. Во-вторых, расписаться можно и так. Так? Именно. Ему-то даже на руку будет, ему срок скостят. Просто надо все документы собрать и хорошего адвоката найти. Во. Здрасте, а вы кто? Здрасте, губки подкрасьте. Это вы кто? Я Лаура, а это Вера и Светлана. Я вас спрашиваю, что вы делаете в моей квартире? И где Колян? Я
вам сейчас все объясню. Просто Коли сейчас нет, а ключи он мне оставил. Значит, это ваша квартира, не Колина. Ну, раз он вам ключи оставил, значит, сказал. Когда он, кстати, вернется-то? Мобильник у него очень недоступен. Коля, ваш друг? Друг. Вернется он не скоро. Года через 3. Ну, может, чуть раньше. Сходишь? Конечно. Ты ему скажи, что у меня все хорошо, что угроза выкидыша миновала, и что как только меня выпишут, я к нему зайду. Жень, ну ты чего? У меня правда все хорошо. Ты мне не веришь? Верю. Какая же ты все-таки счастливая. Я этих мужиков как перчатки меняю. Только толку никакого. А ты его встретила и сразу. Любовь. Жень, мне просто повезло. Я не знаю, за что. Но ничего, ты тоже встретишь своего мужчину. Обязательно. Конечно. Слушай, все, хватит эту лирику. Давай мы телефонами поменяемся. М? Зачем? Ну, у меня здесь очень много музыки. Ну, ты здесь с тоски совсем засохнешь. М? Так что давай, пользуйся. Блок сначала сними. Привет. Привет. Так вот ты какой, Николай. А кто? А я, возможно, твоя будущая родственница. Женя? Ну как она там? Докладываю. С ней все нормально. Угроза выкидыша миновала. Полежит с недельку в больнице и выпишется. Парень. Коль, ну, успокойся. Успокойся, все нормально. Скажите, что вообще скучаю? Ладно. Ничего, скуки еще никто не помирал, кажется. Еще скажите, что я очень при ней виноват. Давай сам, ладно? Вы скоро увидитесь, и ты все сам скажешь, ладно? Давай. Пока, Коль. Ну, и где машина? Вся придет. Будешь? Я же не курю, Захарыч. Да я знаю. Ты мне скажи, чё ты последнее время как пьяный ходишь, а? От счастья. От счастья? Да. Это же надо. Оказывается, есть еще на земле счастливые люди. Особенно здесь. Да ладно тебе. Тебе ж через 3 дня на свободу. Так это мне. Ну? А ты чего светишься, а? Сын у меня скоро родится. Так ты ж вроде не женат. Ну, не успели. Сейчас вот собираемся. Слышь? Смотри. Красивая. Хороша. Глаза хорошие. Ой. Ну что? Почему дверь не закрыт? Ну, забыл. Ты справишься один? Да, конечно. Ну, я пошел. Подожди, Захарыч. А? Открытку отправишь?
Конечно, это правда. Спасибо. Давай. Николай, быстренько, вот, открой. На меня! Давай еще! Все, хорош! Что ты меня здесь учил? Давай, Дарья, трогай! Эй! Да, Вера, это я. В общем, говорите то, что вы хотели, я вас очень внимательно слушаю. Что? Она собирается, как только выйдет, сразу к нему. Ой, вот беда-то. Еще ведь тело забрать надо. Девчонки, привет! О, Женечка, ты какими судьбами-то? Привет. Привет. Так. Ой, девочки, а мне кума колбаски домашней дала. А я для Веруни тоже выпросила. А? А? А ты чего там той больницы той кормит, а? Я тоже понаслышана. Посмотрите, какая. Ну, понюхай, понюхай. Смотри, какая. Смотри, какая. А? Смотри. Чего? Чего с Верой? И с Верой, с Колей. Он погиб. Сучка. Ты чего? Ну а кто же она? Раз отказница, значит сучка. Ты же вот тоже не замужем, а ребеночка сберегаешь. Мы собираемся пожениться. Ну, а если бы не собирались? Вот взял бы он и передумал. Что, отказалась бы? Не передумал бы. Потому что любит. Мы будем с папой. У нас все будет хорошо. Может, ты нам что-нибудь подскажешь? Как бы сделать так, чтобы она хотя бы недели две еще не знала? У нее же за это угроза выкидыша. А давайте скажем, что он в командировку уехал, а? Лаур, вот ты вроде не блондинка, а? Какие у зэков командировки могут быть? Они там за колючей проволокой сидят. Ну, давайте скажем, что на поселение уехал, а там у них и командировки бывают. Да, ну я там подослышала уже, да? Нет. Им просто разрешают где-то неподалеку работать, для того, чтобы они вечером могли успевать на перекличку. А, черт! Жрать охота! Так, давайте поедим, а там, глядишь, и мозги зашевелятся. Это она. Завтра после обеда. Я упросила, представляешь, доктор говорит, пожалуйста, никаких стрессов. Я говорю, какие стрессы, я же замуж выхожу. Он говорит, это позитивные, разрешаю. Да, поздравил. Поздравил, он мне выдал двойную порцию витаминов и руку поцеловал. Жень, ты заедешь? А потом сразу к нему, да? Ну ты же уже знаешь, куда там идти. Ну все, я тебя жду, пока. Завтра после обеда выписывается и сразу едет к нему. Ой, мамочки, что ж мы делать-то будем, а? Страсти-то. Шекспир отдыхает. Я, кажется, придумала. Здравствуйте. Здравствуйте. Насчет свидания? Как фамилия?
Моя? Нет, кому пришли? Николаенко. Николай Николаенко. К сожалению, невозможно. Карантин. Какой карантин? Николаенко переводит в другой отряд. Перед этим он 2 недели должен находиться в карантине. Никаких свиданий. Такие правила. Да ладно тебе, всего-то 2 недели. М? Так я же умру за эти 2 недели. Иди, а я тебя догоню, ладно? Давай. Поставьте на стол. Спасибо вам огромное. Да прекратите. Уберите деньги. Что, мы не понимаем, что ли? Спасибо еще раз. Примите мои соболезнования. Какие соболезнования? Вы меня с кем-то путаете. Ну что, может быть, домой? Извините. Подождите, о чем вы говорите? Я не пойму. Мне кажется, я обознался. Вы просто очень похожи на одну мою знакомую. Извините. А что случилось? Слушай, ну что ты к нему прицепилась, а? Я понять не могу. Мне показалось, что он... Ну, тебе показалось. Ему явно тоже что-то показалось. Пойдем домой. Пошли, пошли. Свидания с теми, кто в карантине. Такие правила. А что такое карантин? Ну как что, новенькие прибывают, их отправляют в карантин, обследуют, муж заболевания. Ну а дальше распределяют по отрядам или на больничку. Новенькие? Ну да. А если человека из другого отряда переводят, зачем его в карантин? Да нет же, в карантин помещают только вновь прибывших. Чистяков! Где тебя носят? Бегом в спецотряд. Простите, пожалуйста, а вы не знаете случайно заключенного по фамилии Николаенко? Ну, наконец-то. Обратитесь к дежурному, он скажет, когда и где забрать. Что забрать? То есть вы ничего не знаете? Вы кто ему? Невеста. Еще одна. Одной невесте мы уже сообщили. Да что сообщили-то? Что Николаенко погиб. Извините. Убил. Хотите кому-нибудь позвонить? Нет. Поверьте мне, все будет хорошо. У вас крепкий, здоровый организм. Я боялся худшего. Я его не хочу. Ну, давайте об этом поговорим попозже. Все еще... Я его не хочу. Он мне не нужен. Выньте его из меня. Должно быть не так, понимаете? Все неправильно, все должно быть не так. Я должна быть очень большой. Thank you.
Ты как здесь оказался, а? Ты что ж делаешь-то? Что случилось, а? Лера, поговори со мной. Давай. Опа-на. Садись. Это кто? Вован, что за кукла? Тихо. Что тихо? Принцессу привел, что ли? Ноги. Нормально. Сейчас. Может, дверку прикроешь? Холодно. Блин. Лесь, ты что ли прикроешь? Че пялишься? Нравлюсь. Вера. Вера. Мутная она какая-то. Обкуренная, что ли? Ага. Или обколотая. Вон, видишь, из пикушки сбежала. Слышь, Вован, нафига нам эта мумия? Пусть мешком телепает. Заткнись. Ты что, эту пасть-то раздеваешь? Ты будешь клыки скалить, я хомяку скажу, он тебя быстро на место поставит. Хомяку. Вер. Опа-на! Мумия жила. Вы сказали хомяку. А как его жену зовут? Петряев, твоя мумия собирается у Дусиней и хомяка подрезать. Дусиней, это тетя Дуся. А ты-то ее откуда знаешь? А мы вместе в тюрьме были. Вер. Опа. Правда, срок мотала? Да ничего она не мотала, не видишь, бредит. Горячие все. А откуда она знает про Дусюня и хомяка? Я что, ничего не понимаю. Ты приедешь ко мне? Я блинов напеку. Олесь, ну, тут заняться надо. Ну так и чего и заниматься? Отвези в больницу и свободен. Посмотрим, ладно? Ну, я буду ждать. А, Вер. Помощь твоя нужна. Что надо? Девушка одна, ей плохо. Наша, что ли? Нет, знакомая моя. А наша кто-то с рынка забрал? Ну, конечно, забрал. Домой отвез. Ну и вези ее в больницу. Что сам что не отвез? Пацаны, ну ты же медик. Какой я тебе медик? Я уж 30, кажется, шприц в руках не держал. Она тебя знает. Мало ли кто меня знает. Говорит, вместе в тюрьме были. Ой, какой еще тюрьме? Я сроду в тюрьме не была. Ну, я не знаю, на зоне, значит. Значит, когда знаки подают. Иди давай, я приду. О, шалава. Какая она тебе шалава? Да кто-то из-за нее свою прежнюю жизнь бросил. Ты первый раз вижу мужика, который из-за несчастной любви пить завязал. Да может, хватит уже, а? Ты что думаешь-то, что она с тобой останется? Потому что спас? Вряд ли. А если даже останется, пожалеешь. Это я тебе как женщина говорю. Так. А теперь вот, что я тебе хочу сказать. Правда, как бывший врач. У нее дела очень плохо. Понимаешь? Дрянь дела. Так что домашней аптечкой тут не обойдешься. Похоже, ей реанимация понадобится. Что ты стоишь? Давай, вызывай скорую. Вера. Какая фамилия? Петряева. Отчество. Вы что, отчество своей жены забыли? Ивановна. Год рождения. Доктор, извините, просто все эти события. Ей 27 лет. С 83-го? Да.
Ну что ж вы ее не уберегли столько времени на холоде? Саш, поехали. Ну что стоим? Вы жену сопровождать собираетесь? Да, конечно. Мама почитает тебе книжку. Мама почитает книжку. Пап, смотри, что я там нашла. Так надо было оставить ее на месте. Ее же потеряли. Не потеряли, а забыли. Тот, кто забыл, за ней вернется. Положи. Петрарка и Лаура. История любви. Дай-ка. Юла, дай книжку. Юла, дай книжку, дай книжку. Хорошо. Я обиделся. Пап, пап! На, держи. Нет, спасибо, не надо. Ну, пап. Так, судя по этой надписи, книга. А что там написано? Принадлежит некой Вере. Дай-ка посмотреть. Не дам. Так нечестно. Книгу я нашла. А я открытку. Предлагаю сделку. Какую? Давай меняться. Как мама. Держи. Милая Верочка, вот и осталось совсем немного. Каких-нибудь 2 года и 7 месяцев. Очень скучаю по тебе и малышу. Целую и обнимаю, ваш непутевый Н. Политехнический техникум. Пап, давай книгу на место положим. Мне кажется, этой Вере открытка нужна больше книги. Возможно. Дай-ка. Нет, Юла, книгу мы оставлять не будем. А то мало ли что. Держись, мы пойдем другим путем. Тетя Тусь, а? Посмотрите, пожалуйста, за Коленькой. Я одну вещь в парке забыла. Ладно. Только недолго. Простите, а вы здесь книжку не находили? Нет, ничего не было. Ну, Петрарка и Лаура. История любви. Да, это наша книга. Будете сдавать? Пожалуй, нет. Вера здесь живет? А вы кто?
это, собственно, никто. Прохожие. Артишика. А вы из милиции? Понятно. Пройти-то можно? Да, конечно. Можно проходить, пожалуйста. Спасибо. И что мы тогда только не попередумали? Обегали все больницы, все морги, в милицию заявление подали. А Женька, сестренка ее младшая, она так вообще к экстрасенсам пошла. Никаких следов. А уже потом вот эта вот смс-ка пришла. Ну, сейчас я покажу. Сейчас. Так. Ага. О, милые мои, не ищите меня, я уехала. Ага, я не могу здесь больше оставаться. Ну, вы посмотрите сами, я уже наизусть даже помню. Вот, потом, значит, будьте здоровы, запятая, там, не обижайтесь на меня. Я вернусь, но не знаю, как скоро. Ну, естественно, как, что, почему, мы давай названивать по этому телефону, с которого смс-ка пришла. А уже телефона такого не существует. Откуда вы ее знаете? Где вы ее взяли? Когда? Откуда она у вас? Жалко мне тебя. Не твоя эта женщина. Чего мне жалеть-то? Что я больной или убогий? Пойми, Володя, не будешь ты с ней счастлив. Даже если она уступит, все равно будешь мучиться и страдать. А вон Олеся на тебя глаз положила. Все ждет, когда ты ее заметишь. Ну, она тебе что, совсем что-то не нравится? Нравится. Ну, ничего. Люблю тебя, не Олесю. Ну, шут с тобой. Вера? Вера Рощин? Да. Держите. Спасибо вам большое. Я думала, что я ее... А как вы? А откуда вы меня знаете? Вам привет. От Лауры и Светы. И извините, пожалуйста, я открытку прочитал. Ничего, это уже... не важно. Вы были в общежитии? Откуда вы узнали? А там в формуляре написано. Да. Что? Я не понимаю, почему ни они, ни Женя ко мне ни разу не приехали. А куда они должны приехать? Они же уверены, что вы уехали из города. Что? Так Вовка же сказал, что Лаура вышла замуж, Светка к маме в Минск уехала, а Женька в Испанию укатила. Какой Вовка? Значит, он мне наврал. Так. Извините, а можно вас проводить? Меня, кстати, Сергеем зовут. Скучаешь? Иди ко мне. Папа звонил, сказал, что еще задержится. А что ты пишешь? А я не пишу, я исправляю. Ошибки исправляю. Какие ошибки? Свои. Ты что, не ошибалась, а теперь исправляешь? Да. Жалко, что у тебя учительницы нет. Ты бы сейчас гулять пошла, она бы твои ошибки исправляла. Да, жалко. Но свои ошибки нужно исправлять самому. Юла, ну что такое? Я не Юла. Юла вертлявая. А я стою, спокойно и думаю. Ну и о чем же ты думаешь?
Вот взяли бы с папой и исправили свою ошибку. Знаешь, мам, я тебя очень люблю, но папу не хочу оставлять одного. Его я тоже люблю. Если я уйду к тебе, то он останется совсем один. А это будет такой большой ошибкой, которую уже никто не исправит. Вовка! А? Стой! Привет. Он из милиции? Ты что, боишься милиции? А кто он? Ты мне зачем соврал? О чем? Про девчонок, про Женьку. Тебе потом объясню. Нет, ты мне сейчас объясни. Да кто он такой? Неважно. Я тебе потом объясню. Вовка! Да стой! Зачем он мне соврал? Так вы говорите, он просто друг. Я ему много чем обязана. В первую очередь жизнью. Даже так? Это долгая история. Скажите, а вы в парке каждый день гуляете? Если погода позволяет. Ты есть будешь? Хочу вас пригласить поужинать со мной. Зачем? Зачем мужчина приглашает женщину поужинать? Для меня это так неожиданно. Потом у меня же маленький. Я не могу его надолго оставлять, просить тетю Дусю посидеть с ним. Попросить Вовку, когда я с другим. Сами понимаете. Ну, пока не очень. Вы сказали, что чем-то обязаны ему? Он ждет моего согласия, понимаете? А я просто пока не могу, я еще не готова. Вера, вы хотите пожертвовать собой во имя благодарности? Послушайте, не нужно никого просить посидеть с вашим малышом. С ним прекрасно может посидеть моя дочь. Вы что, женаты? Нет, но у меня есть дочь. А где же мама? У нее своя жизнь. Что же ты? Она ушла и бросила ребенка? Она ушла, но ребенка не бросила. Как зовут вашу дочку? Сколько ей лет? Юльке 10 лет. Почему она живет с вами, а не с мамой? Юля, она очень хочет жить с мамой. Нет, в идеале она хочет жить с нами с обоими. Но у мамы появился человек, а папа остался один. Что, 10-летняя девочка сама решила жить с папой, просто чтобы он не остался в одиночестве? Мне очень непросто принимать ваше ухаживание. Вы меня не знаете, я вас не знаю. А Вовку я знаю давно, и я в нем уверена. Он меня никогда не предаст. Вера, скажите, а вы можете назвать меня Сергеем? Серегой. Нет, лучше Серым. Вовка для вас навсегда Вовка и останется. Другом, не более. Вот мысль о близости с ним, она вам... Пожалуйста, не надо. Нет, надо. Надо. Вы пытаетесь заставить себя поверить в эту дурацкую поговорку. Стерпится, слюбится. А знаете, Вера, ничего не стерпится. И никогда не слюбится. Это вам. Держите. Извините. Хотел не сегодня, не сейчас, но вот. Ну
Ну, вот и все. И ровно через 2 месяца ждем вас к нам во дворец бракосочетания. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пожалуйста, наше заявление. А что случилось? Верните заявление. Давай еще подождем. Чего? Просто подождем. Я правильно сказал. Я дурак. Вовка. Да что Вовка? Я уже 30 лет как Вовка. Ну зачем ты такая? А как? Как я должен? Вообще-то я не к вам пришел. Не дурак, догадался. Я тебе не говорил, что к чужим женам ходить нехорошо. А Вера вам не жена. А это не твое дело. Понятно. Веру позовите, пожалуйста. Да пошли! А? Вов, еще? Это что? Или достаточно? Тихо! Постой. Иди сюда! Вовка! Вовка, ты... Если ты еще раз сюда придешь! Сергей! Простите, пожалуйста, что... Да нет, это не ваша вина, скорее моя. Полез на рожон, получил, не беда, до свадьбы заживет. Знаете, вы правы, наверное, не стоит мне надоедать вам. Ваш друг готов сражаться за вас не на жизнь, как говорится. Сереж, а чем вы занимаетесь? Я в институте астрофизику преподаю. У вас такая интересная работа. Хотите, расскажу вам, как устроена Вселенная? Про черные дыры, квазары, белые карлики, красные гиганты. Знаете, я вас дальше провожать не пойду. До свидания. До свидания или прощайте. Вера! До свидания. Тебя спросить, сидите когда? Куда собираешься? На прогулку с Коленькой, а что? Ничего. Просто обычно ты не красишься, когда на прогулку. У меня просто губы обветрились. Хочешь, вместе пойдем? Не хочу. А то подумай, что я за тобой слежу. Вов, мне надо с тобой поговорить. Не надо. Не надо ничего говорить. Сам все вижу, не слепой. Вовка, ну, дорогой мой Вовка, ну... Не надо. Все.
когда у Лета свободный день, она часто проводит его с Елой. Какая хорошая у вас девочка. Жалко, что ей приходится разрываться между мамой и папой. Спасибо, что захотели со мной встретиться. Ничего я не хотела, с чего вы взяли? Возможно, я ошибся, но мне бы хотелось, чтобы вам хотелось. Вы ошиблись. Мы здесь совершенно случайно оказались, просто мне нравится это место, мы здесь часто гуляем. Я же не знала, что вы здесь сегодня окажетесь. Пусть так, пусть это будет случайность. Так даже лучше. Это знак. Какой знак? Знак судьбы. Ой, давайте пройдемся. Давайте. А вы романтик? В чем-то да. Знаете, все, кто часто смотрит на звезды, романтики. А мне часто смотреть на звезды некогда. Я под ноги смотрю, чтобы не споткнуться. Если женщина идет под руку с мужчиной, ей не нужно заботиться о колдобинах и рытвинах на дороге. Это сделает он. И тогда у нее появится возможность увидеть звезды. Наверное. Я дальше одна пойду. Спасибо, что проводили. Вера. Вы знаете, я бы очень хотел пригласить вас на неслучайную встречу. И, кстати, дочка моя очень хочет познакомиться с вашим сыном. Детей. С удовольствием. Малыш, какой сладкий. Да, Веруня, кстати. Держи, твой телефон. Он так и пролежал у меня все время. Я не стала удалять Колины письма. Я подумала, что лучше ты это сделаешь сама. Угу. Так, ну-ка, ну-ка, Верунь, ну-ка перестань. У тебя теперь он, новая жизнь. М? Беги. Давай. Пока. Пока. Ты что, плакала? Нет, мы просто с сестрой давно не виделись.